В Дагестан нагрянул холод. Сегодня по региону местами выпал снег и поднялся шквалистый ветер. Вечером в столице ожидается похолодание до минус 2 градусов по Цельсию. В связи с изменениями погодных условий республиканские службы перешли на особый режим работы. Из-за ветра более 130 тысяч жителей республики временно находились без электроснабжения. Работы по восстановлению света в домах уже ведутся. Также в ближайшие сутки из-за погоды будет сохраняться риск дорожно-транспортных происшествий. ГИБДД и МВД напоминают о соблюдении правил безопасности и рекомендуют по мере возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.